Так. Одна чашка любви. Полторы чашки щедрости, чашка верности, одна столовая ложка романтики. Так, тут подписано уже, что я беру. Патока, молоко, имбирь, корица. Давай, скажи мне, что это! Так. Молоко, ложка, господи! Масло, сейчас, ну, Я супер полный, чувак. Нет, не то. Окей. Интересно, это за фигня такая. Похоже на вагину. Не провались, Кристоф! Вообще, ну заткнись, короче, на 5-7. Мы прям через тебя прошли! Ебать вообще! Тебе сейчас надо это, музычку включить из фильма «Рокки», чтобы ты не сдавалась, короче. Которая топает. Новый экшен, блядь. Экшончик. Она еще и прыгать умеет. Ну, не иначе. Моя змея. Моя змея. Стань человеком, блядь. Хераси. Просто я тащусь. Вот так вот взял, превратился в змею и стал мужиком. Просто, я не знаю. Смена пола за 5 секунд от этих, от сетитов, блин. Оп, я готов. Что с ним? Ай, блядь, я... Почему я второй? Я же ничего не делал. Ну, потому что мне по морде качелью попало, и в итоге я устоял. О, я, походу, нашел, про что ты говорил. А, отлично. Милая, какая-то такая розово-фиолетовая штучка, господи! Играйся, ребенок. Знаешь, что я сделал? Знаешь, что я сделал? Я заскринил твои труселя с ближнего ракурса. Вот она! Стой! Господи! Я так упарываю эту курицу, господи, ну это петух, хорошо. О, это мой рай! Ой,
господи. Я пришла в эту игру ради куриц. Сюда, Данзл, сделай что-нибудь. Молодец. Куда ты? Стой! Данзл, стой! А, летающий косяк, точно. Помните, я как-то раз размещала в группе скриншот с первым багом. Бежит! Где ты сейчас был? Я его даже не видела, с какой стороны он прибежал, блядь! Ей папа прибыл называется. Куда он убежал? Блядь, такой угар! Пиздец. И анимации реально нету, ты просто на месте стоишь, вот угар. Бля, вернись назад, куда ты побежала? Ну нахер такие игры! Блядь, да вернись, ты чё ты боишься? Нормально. Зато смотри, он камеру не сломал. Заебись. Бля, система рабочая. Да вернись ты назад, не бойся, у тебя еще много хп. Вот это знаешь, сколько у меня хп? Сколько? Ну, больше половины, наверное. Блядь. Такой звук еще, он типа убегает из кустов. Ебись тебе по башке и дальше побежал. Блядь. И мы это петлище. На кладбище нищий дрыщет. Градус мороз. Я спрыгнул в тот люк, а меня обратно вернули. Ну, потому что нехер лезть туда, куда тебя не просили. Что? Сейчас тебе и сюда еще телепортнет. Я, может, не хотел. Почему ты не спрашивают моего мнения? Не знаю, ты играешь за какого-то супергероя, у которого есть супернавыки. А что это за... Опять что? Уже она все не угомонится, свои лебедки. А меня? А тебя не забрало? Но сейчас сюда заберет, наверное. Боже. Со мной? Да, да, забрало. Я однажды видел танцующего волка, и я хочу увидеть его снова. Та-дам! Да, позвони! Позвони в психушку! Можно с ним, кстати, потанцевать. А самая четкая, знаете где? Вот здесь. И отплясываем. Все, это мой саркофаг, моя территория. Не знаю, какой человек должен был додуматься до такой пасхалки, но она просто нереально веселая. That's the jingle bell, that's the jingle bell.